Установка автоматической защитной шторки на штатную камеру заднего вида. Suzuki Vitara, 4-го поколения, рестайлинг. С 2018 года выпуска. В комплекте предоставляется металлический шаблон. Прикладываем его к штатной камере заднего вида и высверливаем технологическое отверстие, сверлом диаметром 4 мм, под проводку. Также необходимо высверлить аналогичное отверстие с внутренней стороны в основании стакана штатной камеры под углом примерно 45 градусов, как показано на видео. При помощи протяжного тросика заводим провода защитного устройства в высверленное техотверстие. Плотно прижимаем защитное устройство к камере заднего вида. Проверяем позиционирование и плотность прилегания автоматической защитной шторки к штатной камере. Высверливаем отверстие и фиксируем защитную шторку на маленьких затемненных саморезах из нержавеющей стали. Во избежание возможного попадания влаги под обшивку высверленное техотверстие герметизируется автомобильным пластилином. Теперь подробнее расскажем, как подключить электропроводку для данной модели автомобиля. Питание для блока управления, автоматической защитной шторки, берем с фишки двигателя очистителя заднего стекла, желтый провод. Подключаем через предохранитель. Массу берем со сборки минусов, черный провод. И соединяем с черным проводом блока управления защитного устройства. Сигнал заднего хода. Берем с фишки заднего правого фонаря, красный провод. Ведем под уплотнителем багажной двери. Далее через штатную гофру, подвязываемся к существующим проводам и ведем до блока управления защитного устройства. Зеленый и белый провод защитного устройства. Соединяем с проводами блока управления соответствующего цвета. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка11.ру». Прямые ссылки на сайты товар находятся под видео.